Христос родился, и земля воссияла светом. Более 2000 лет человечество живет, окрыленное верой и надеждой. Любовь стала главным законом жизни. Мир полностью обновился через соединение Бога с человеком. Потомку Адама даровано бессмертие. Воплощение Сына Божия принесло людям непостижимую весть. Бог стал одним из нас. Он стал уязвимым, как все живое на земле, немощным и беззащитным. Бог стал человеком, чтобы мы увидели, что Он верит в нас, никогда не оставляет, всегда рядом и знает все наши немощи. Ради каждого из нас снова и снова рождается в мир Сын Божий. С чем же встретим мы Его? Что поднесем к Его ногам? Ангелы приносят свое пение, небо — звезду, волхвы — дары. Смотримся в наше сердце, очистим его от зла и лукавства и откроем его для младенца Христа. Принесем к его яслям свои добрые дела, мысли и даже намерения. И последуем за волхвами. Сегодня Вифлеемской пещерой стали наши храмы. Не фигурально, а буквально. И в них почивает рождаемый ныне. Поклонимся Господу, очистимся, ободримся и, дерзновенно, осознавая свое недостоинство, приступим к Его пречистой плоти и крови. Просветятся наш ум и сердце и пропоем. Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение. Христос родился, и небо спустилось на землю с Рождеством Христовым.